Так, сейчас мы приехали на мыс Эпшен. За моей спиной монастырь Эпшен, который построили пилигримы. Самое замечательное место. И здесь полевая парковка, 200 машин. Они просто здесь заполнены. И сейчас мы погуляем по Эпшену. Хорошая погодка, но не солнечная. И повосторгаемся тем, что здесь можно посмотреть. Площадь здесь гениальная. Монастырь был, не помню сейчас навскидку, потом посмотрю дату, в каком году построен. Его построили пилигримы. Это путешествующие актеры, верившие в Бога. И однажды они пришвартовались сюда и построили это чудо. Чем оно интересно, то, что отсюда концепты потом долгое время воровали все европейцы. Итальянцы, голландцы, и бельгийцы, и многие храмы, монастыри были скопированы, детали, элементы архитектуры именно отсюда. То есть, когда мы выходим вот на эту часть, то что мы здесь видим? Это больше похоже на какой-то военный гарнизон. Как будто бы здесь, допустим, рота солдат могло разместиться или еще чего-то, да? На самом деле, если вот мы сейчас говорим, вы слышите, какая акустика? То есть, вот сейчас кто-то вначале говорит, а акустика бешеная. Это было все сделано для театральной сцены. То есть вот это, по сути, огромная театральная сцена. И когда вот здесь какой-то актер выступает, а здесь могли тысячи актеров выступать, французский там легион какой-то или римский легион играть, то все люди, которые были вот в этих вот ложах, это маленькие ложи, они там сидели своей семьей и смотрели на представление, которое находится здесь. Это фактически большой, самый большой в Европе на то время театр. И все представления, в основном те времена, они были на религиозные темы. Поэтому вот он, храм, ну точнее, костел католический. И все представления были перед Богом. И заканчивались всегда молитвой. И начинали всегда молитвой. Все представления, они были, как правило, из сцен Библии. Вот. А вот во всех этих штучках, вот сейчас куда мы пройдем, люди жили. То есть это фактически квартиры, где люди жили. Вот здесь мы можем видеть реставрированные своды, то есть... Вот эта часть, она, безусловно, является оригинальной, но вот эта часть, это уже реставрация. То есть, эта часть современная бига и современный уже бетон такой. А вот та часть, она, опять же, является оригинальной, но здесь были попытки реставрации. Вот, как видно, вот так в старину не строились. А вот эта арка, это действительно огромнейший шедевр. А здесь можно видеть, как время работает над монастырем. И фактически тут три вида. Более поздний был сделан из камня, потом переделка была кирпичом, и уже то, что пустотелыми блоками, это, конечно же, реставрация уже более современной части. Сейчас мы выходим вот в это замечательное место. Здесь белокаменная каплица. В этой каплице, она раньше была деревянной, были два старца. Эти два старца, они молились святой Фатиме. И здесь они молились до своей смерти, после того, как они умерли, в честь их была воздвигнута вот эта каплица. И вот тот мыс, на котором были обнаружены следы белого осла, на котором приехала Фатима. Он отсюда виден, и старцы молились с видом именно на этот вид. Вот тот ракурс, где мы сейчас стоим, то есть вот там было явление святой Фатимы, и вот здесь находится каплица, где молились два старца. Сейчас она закрыта, и туда люди кидают монетки на память для того, чтобы еще раз сюда вернуться. И здесь отличная обзорная площадка для фото. Недавно здесь было установлено, совсем недавно было установлено, скажем так, это... композитное ограждение. Здесь есть такой случай, что один парень там из-за несчастной любви на бустике разогнался и вылетел с высоты 23 метра. Машина лежит до сих пор, разумеется, ее поднять невозможно. Ну и после этого несчастного случая здесь сделали вот такие композитные ограждения, чтобы хоть как-то уберечь людей. Но, тем не менее, все селфятся, перелазят через ограждение. И вид здесь на самом деле на миллион. Посмотрите на эти шикарные фотографии, которые здесь получаются. То есть, если перелезть через ограждение, то вид вообще будет просто безумный. Рельеф, кстати, он в зависимости от того, с какой стороны подходишь к этому мысу, он абсолютно разный. Цвет воды тоже разный. И видно по вот этим белым
следам на воде, как идет движение воды. Соответственно, все это осыпается. Вот смотрите, парень полез селфиться, он же не понимает, что у него внутри огромный обрыв, он его реально не видит. И опасность, знаете, в чем? В резком порыве ветра. То есть ветер ниоткуда появляется, резко срывает человека, и он падает вниз. Такие случаи, к сожалению, везде в Португалии. Это случается с туристами. Сейчас мы зайдем в монастырь. Точнее, в часовенку, которая от него осталась еще, точнее, в костел. И иногда запрещают там снимать, иногда разрешают. Это в зависимости от человека зависит, только человека, который на входе. Отсюда что интересно видно? Мыс Рока видно, он находится вот там, в хорошую погоду. Даже замок Синтра, Алмаду, Лиссабон, абсолютно все здесь просматривается. Это, наверное, самая высокая точка этого побережья. Мы находимся на полуострове Сетубал. Также пешком люди идут по этому обрыву, наслаждаясь всеми красотами до маяка. Маяк находится.